зачем у военных на бронежилете висит карабин. Из военных репортажей вы, наверное, видели, что у участников боевых действий на груди или спине висят пустые альпинистские карабины. Цепляют их на бронежилеты или разгрузки. А сделано это на случай ранения, дабы обеспечить быструю и более-менее безопасную эвакуацию раненого бойца из-под огня. Как пример, бой в городе. Военнослужащий ранен и обездвижен. Но товарищам или санитару подползти к нему и вытащить по старинке нет возможности из-за огня противника. Другой солдат из укрытия кидает ему веревку или стропу со своим карабином на конце. Раненый одним движением пристегивает этот карабин к своему на бронежилете, либо делает эвакуационную петлю, и таким образом его смогут вытащить с поля боя волоком. Конечно, это работает только если товарищи недалеко и хватает длины стропы. И да, это неприятно, но лучше уж так спастись, чем лежать в ожидании помощи.